Друзья, вот такой вот участок я увидел по дороге в монастырь. Вот такой вот, друзья, телефонный аппарат стоит. Можно позвонить. Друзья, вот такая вот надпись. Кузня. Здесь, видимо, чья-то кузня. Сначала показалась кузя. Иду я по длинной дороге, и путь еще немалый мне остался. Вот такую вот ящерицу я увидел на дороге. Видите, дорога, да? Дорога, друзья. Дорога к фильму, друзья. Потому что я снимаю для вас в данный момент очередной свой фильм. Надеюсь, он вам очень понравится. Машину уже достали. Все, едут, перебивают мой голос. Вон еще какая-то машина едет. Давайте ее снимем. О, пролетела. Даже нас, наверное, не заметила с вами. Какая красавица. Прям можно на ней какой-нибудь дом построить деревянный и жить, как Тарзан, как Маугли. Посмотрите, друзья, какая красота. Тут папоротник. Тут, друзья, папоротник. Представься людям. Сколько тебе лет, с какого ты города, как тебя зовут? 20. Сашимбай Антон. Можешь, кстати, привет передать бабушке. Привет. Ну нет, расскажи от себя-то. Кстати, я пару. Да уже пишет. Привет, бабуль. Попросился, чтобы я его с собой взял, посмотреть на процесс съемки. Ему стало очень интересно, как блогеры снимают видеоролики свои, да, Антон? Да. Ты же это просил, чтобы я тебя взял и... Показал процесс. Да, показал процесс. Как зовут, извини? Сеня. Сеня? Да. Сень, покажи рыбу, которую ты поймал. Приезжайте в остров Рыболовной усадьбы. Рыболовная усадьба, да? Да, остров. Ага. Остров. Это усадьба около уже 10 лет. Ага. Ага. Там есть рыболовный клуб «Пионер». Угу. Кто хочет, вбивайте в форум, когда «Пионер», вступайте. Всем рады. Сначала я подумал, что это могила. Ну, я так понимаю, что здесь захоронен какой-то святой. Это памятник. Давайте почитаем. Видите, какой тысячелетний, наверное, да, этот дуб здесь. На нем даже кота только не хватает, как у Пушкина в сказке. Свет такой прям, как с небес. Знаете, как в фильмах, когда ангел спускается вниз на землю, вот то же самое. Небес. С небес, да, вот меня Антон поправил. Ты там ангела не видишь, нет? Ну, друзья, пока ангела не видим, но видим, он вот-вот собирается спуститься вниз. Явно не наш монастырь, какой-то, наверное, больше пансионат. А, психбольница, наверное, да, мы слышали. Точно, друзья, я вот думал поснимать. Если это психбольница, то у меня были планы тоже что-то поснимать. Тех же психов, например, хотя это не смешно, и людей этих жалко, но интересно, конечно... Я никогда не был в психушке. Надеюсь, там не окажусь никогда, только по своей воле. Ты хочешь пить? Да, очень даже. Ну, видите, человек хочет пить. И я, друзья, хочу пить, я уже не могу. Друзья, вот такой вот участок я увидел по дороге в монастырь. Луговой или Луговой. Мы посмотрим название, как точно... Луговой, наверное. Такой вот интересный участок, друзья. Такая вот дорога. Друзья, чем он может показаться интересным, этот участок? Тем, что здесь есть персонажи Аконто Пугало из «Алисы в стране чудес» или «Алиса в Зазеркалье». Вон даже надпись, если можете наблюдать. «Алиса в Зазеркалье». Проехала машина. Такой вот участок, друзья, интересный. Вон какая-то лошадь из мультика тоже. Можете видеть, да, наблюдать. Такой вот нашего русского мультика. Я так понимаю, здесь какой-то необычный, друзья, участок. Вот такая вот тоже, я думаю, видно. Вернее, за забором, за калиткой, но что-то вам видно. Такие вот персонажи из фильмов, я так понимаю, из сериалов. В принципе, думаю,
Думаю, на этом хватит съемки этого участка. Если кому надо, вы на паузу нажмете и рассмотрите более внимательно, друзья. Друзья, вот такой вот телефон. Такая будка телефона. Такая дорога. Байкеры едут. Такие крутые байкеры, друзья. Слышите, да, этот звук выхлопной трубы. Вот такой вот, друзья, телефонный аппарат стоит. Можно позвонить куда нужно, я думаю. А может и нельзя. Давайте проверим, есть гудки или нет. Да, друзья, есть гудки. Я думаю, вам слышно. Можно позвонить куда-нибудь, например, в скорую или в полицию, или лучшему другу. Такой вот, друзья, такая, вернее, дорога. Такая дорога и такая вот будка, сельская местность, скажем так. Друзья, вот такая вот надпись «Кузня». Здесь, видимо, чья-то кузня. Сначала показалось Кузя. Думал, здесь живет Кузя, но оказалось, что кузня. Такая вот надпись. Это мы по дороге идем в зоопарк. Вот увидели такую надпись, друзья. Друзья, такая вот красота. Такие вот, такая природа, вернее. Поют сверчки. Ну и вот эта вот дорога. Вот это вот лес, я так понимаю, через дорогу. И Васильево. Васильево, поселок, который мы прошли. Такая вот, друзья, красота. Такая вот, друзья, красота. Друзья, вот такую вот ящерицу я увидел на дороге. Видите, дорога, да? Дорога, друзья. И вот такое вот чудо. Как в сказке. Вернее, в русских народных сказках есть ящерица. Также у нас здесь есть одна ящерка. Кстати, друзья, она, по-моему, без хвоста. Она без хвоста. Что-то у нее с хвостом, друзья. Видите, да, какая красавица. Смотрите. Давайте посмотрим. Вот она, друзья. Такая вот ящерка. Ну-ка, давай нам на камеру скажи что-нибудь. Передай привет подземному царству. Да, друзья, дорога. Я как самоубийца посреди дороги. Все. Как бы ее не задавило. Вот она, друзья, убегает, убегает, убегает. Все. Перебежала дорогу. Давайте скажем ей пока, подруга. Нам тоже, друзья, пора. Пора идти к намеченной цели, друзья. Друзья, иду я по дороге. Путь еще долгий. Как вам так сказать-то правильно? Иду я по длинной-длинной дороге, и путь еще немалый мне остался. Прийти в поселок Луговой, в зоопарк. И вот по пути я решил для вас, друзья, поснимать вот такой вот пейзаж. Может, кто-то из вас художник, рисует картины, или вы просто сделаете скриншоты, распечатаете, повесите у себя фото, картину в гостиной, в прихожей, в комнате, в спальне, да неважно где, друзья. Вы посмотрите, какая красота, какая природа, не считая этой дороги, этого шоссе, можно сказать, нетронутая, почти не тронутая человеком, друзья. Такая вот красота. Тут березы, сосна. Сосны я вообще обожаю, и березы тоже. Вот они в таком вот сочетании. Очень, очень, друзья, мне нравится. Не знаю, как вам. Такое вот чистое небо синее. И вот такая вот, друзья, длинная, предлинная дорога.
назовем ее, обзовем ее «Дорога к фильму», друзья. Потому что я снимаю для вас в данный момент очередной свой фильм. Надеюсь, он вам очень понравится. Друзья, вот такая вот машина проехала, пролетела, вернее, нам с вами навстречу. Что я вам хотел показать? А показать я хотел вот эти вот сосны, друзья. Посмотрите, какая красота. Я все никак не могу успокоиться. Я помню, когда-то в детстве ходил с отцом гулять в сосновый бор, в сосновый лес. Мне было лет 5-7. Мы ходили по землянику, по грибочке, просто по ягоды, та же брусника или черника, как ее называют, друзья. И я вспоминаю эти годы свои детские, вот этот вот запах, который мне навевает этот лес, сосновый бор с березой вперемешку. Вон, друзья, береза просматривается, видите, да? Если я думаю, грибочки белые, подосинники, подосиновики и какие еще у нас в таком лесу водятся. Но белые, я думаю, по-любому есть. И сыроежки, я думаю, тоже можно найти. Но шампиньоны не знаю. Короче, друзья, пока не сходишь в сам лес, это я на днях, наверное. Сегодня я иду в монастырь. Вон, кстати, его немножко видно. Давайте я капельку увеличу. Вон, проглядывается. Не знаю, видно вам или нет. Друзья, вот такая вот ель. Можете наблюдать, шикарная, красивая ель. Такая вот длинная, пушистая. А на нее падают лучи солнца. Очень красиво. А рядом березы стоят, друзья. Просто вот хочу вам всю эту красоту, также небо, вот облака, видите, да, показать. У меня, кому интересно, я снимаю на камеру Honor 20 Pro. Мне очень нравится, как на этой камере получаются облака и природа. Очень яркие, сочные краски, друзья. Все как на самом деле, даже ярче немного. Такая вот дорога, дорога к фильму. Потому что для вас я снимаю, друзья, фильм в данный момент. И вы можете его попозже, когда я сделаю монтаж, посмотреть и оценить. Вот такой вот овраг, друзья. Посмотрите. Яма небольшая. Машину уже достали. Все едут, 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 перебивают мой голос. Вон еще какая-то машина едет. Давайте ее снимем. О, пролетела. Даже нас, наверное, не заметила с вами. И вот такие вот, друзья, сосны. Это уже другие сосны. Друзья, и вот такие вот сосны. Тоже я не смог мимо пройти. И хочу для вас поснимать вот эту вот сосну. Посмотрите, какая сосна, друзья. Такая красавица. Прям можно на ней какой-нибудь дом построить деревянный и жить, как Тарзан, как Маугли. Посмотрите, друзья, какая красота. Тут папоротник. Что, друзья, папоротник. Такой вот, думаю. Если вы городской житель и редко бываете на природе, вы сможете, посмотрев это видео, отвести душу. Вот это вот березовая роща, друзья, посмотрите, как красиво. Березовая роща. Очень, друзья, красиво. Наверное, видео я разобью на пару частей, как я приду в монастырь. Там будет зоопарк и плюс сам монастырь, плюс природа. Думаю, сделаю пару роликов. Одним роликом не буду ограничиваться, потому что они у меня длинные очень все. Сделаем немного покороче, а может такой же, но роликов будет 2 или 3, потому что материала очень много. Хотелось бы для вас поснимать всю эту красоту не один раз, друзья. Смотрите, какая, друзья, красота. Вот моими глазами, друзья, думаю, вы сможете все это увидеть. Так вот видят мои глаза, а мои глаза, друзья, это вы, друзья, подписчики и просто мимо проходящие, уходящие люди.
Смотрите, какое это произведение искусства. Бог у нас создатель, как художник. Видите, какую картину он сделал для нас с вами. Друзья. Друзья, подходим уже мы, я так думаю, к монастырю. Вот здесь уже дорога кончается, начинается другая. Вот указатели. И, кстати, облака такие сегодня. Замечательные облака. Небо голубое-голубое и белые-белые облака. Какой-то автомобиль мимо едет, друзья. Вот, видите, да? Даже два автомобиля. Мешают немного съемки, потому что, наверное, меня не очень хорошо слышно. И вот, видите, да, проглядывается вдалеке что-то похожее на церквушку, друзья. Друзья, думаю, вам видно какие-то здания вдалеке, да. Вон лесопосадка, или как это, деревья. Кустарники, что там еще. Вот. И вот монастырь, я думаю, вот этот вот, друзья, который вдалеке красуется, виднеется. Так, вот он. Вот этот наш с вами, наша с вами цель, друзья, на сегодня. Друзья, вот такие вот облака. Я думаю, вам видно, как и мне. Как красиво, друзья. Смотрите, какая красота. Кажется, как будто они низко-низко, прям как на ладони, прям над землей висят, друзья. По ним можно прыгать, как Марио. Если кто играл в игру Super Mario, прыгал он по облакам тоже, по-моему. Также и нам с вами можно будто прыгать по этим облакам или кататься на них, как в детских мультиках, сказках. Или просто их потрогать, как сахарную вату, и съесть. Смотрите, как это красиво. Такие вот, друзья, облака. Давайте молча посмотрим и насладимся этой красотой. Этим небом, друзья. Друзья, мы вот столько с вами уже протопали, прошли. Видите, да? Вот оттуда мы шли, 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 шли. И, друзья, пришли вот сюда. Вот сюда, друзья, мы с вами пришли. И мы уже почти у монастыря. Вот так вот, друзья, мы идем, идем, идем. Как будем подходить, я поближе поснимаю. Вы спросите, что это за чел такой? Пау! Стоит. Это Антон. Мы вместе работаем, живем в одном вагончике в общежитии. Ну давай, представься людям. Сколько тебе лет, с какого ты города, как тебя зовут? 20. Сашимбай, Антон. 20 лет. Антон, куда мы с тобой направляемся? Нельзя, я уже снимаю. Короче, друзья, мы идем в монастырь. Вот. Можешь, кстати, привет передать бабушке. Привет. Ну нет, расскажи от себя-то. Кстати, бабу. Да уже пишет. Привет, бабуль. Ну. Че? Скажи, что бабуль тебя слушает. Мы идем в монастырь. Смотреть. Да, зоопарк. Да, зоопарк еще. Вот, поэтому, друзья, давайте пожелаем мне и Антону удачи, удачной дороги, ровной дороги, скажем так. Вот. Ну, желательно с приключениями, потому что все-таки жизни, да. Да, и мы снимаем для YouTube. Чем больше приключений, тем интереснее контент. Я вот машина. Друзья, вот такой вот домик в поле. За полем виднеется Дмитров, скорее всего, это Дмитров. Там и комбайн, если можете разглядеть. Там вдалеке комбайн, друзья. Вон он, видите, да? Вон он. Вот, друзья, комбайн. Думаю, вам видно.
Друзья, вот мы подходим указатель, видите, да, Яхрома район или что это такое. Яхрома Р. Кто знает, пишите в комментариях, что это означает. Именно Р. А, речка, да, вот мне подсказывают. Речка Яхрома. Точно, друзья, извиняюсь, речка. Так, вон мостик. Мост. Оттуда вон рыбу кто-то даже, по-моему, ловит. Рыбак это или кто-то. Вот, друзья, столько мы с вами прошли. Прилично с вами. Приличное, вернее, расстояние. Едут автомобили. Такси. Пролетело. Ну вот еще разочек для тех, кто не разглядел. Район речка Яхрома. Постоянно хочется назвать районом. Такая вот у меня, друзья, безграмотность. Яхрома, Яхрома. Пишите в комментариях, на какую букву правильнее ставить ударение. Вон Антон несет пакет. Сегодня он помощник, мой помощник, помощник оператора. Поэтому попросился, чтобы я его с собой взял, посмотреть на процесс съемки. Ему стало очень интересно, как блогеры снимают видеоролики свои, да, Антон? Да. Ты же это просил, чтобы я тебя взял и показал процесс. Да, показал процесс. Мы с этим человеком живем в одном вагончике и нормально общаемся, поэтому я просто не смог ему отказать. Вон рыбак. Сейчас мы к нему подойдем и спросим. Вон еще один рыбак. Тоже, видимо, ловит рыбу. Так, друзья, давайте перелезем через через забор. Блин. Так. Такая вот речка. У кого-то здесь удочки. У ребят, видимо. А рыба-то есть, ловится? Есть. А не подойдешь, не покажешь. А? А, какая ты говоришь? Две щучки вчера поймали на спиннинг, а так вот на телевизоре несколько штук поймали. Две щучки? Тебя как зовут, извини? Сеня. Сеня? Да. Сень, покажи рыбу, которую ты поймал. Вот, друзья, ну, смотрите. Это не мы, это я снимаю фильм на телевизор. На телевизор. Объясни подписчикам, что такое телевизор вообще. Телевизор – это сеть. А, сеть, да? Вон, видите, палка лежит на себе? Это сеть, а это... Так что да, это... Ага. Иногда можно ловить время сезона. Ага. Иногда рыба ловится, иногда нельзя. Ага. А это у тебя карасики, да? Карасики. Я плотва. Ну-ка покажи. Плотва подмышек. Подписчикам. Друзья, давайте посмотрим, какая рыба. Сколько? У Арсения, правильно, да, Арсений? Да. Вот, это же карась, да? Это либо гусерка, либо подлещик. Это тут. Ага, ага. И а покажи пакет, раскрой просто людям посмотреть. Друзья, смотрите. Сколько рыбы. Ну, это немного, да, еще? Ну, хотя на вес уже, сколько здесь, килограмм, наверное, есть. У меня есть весы. Весы? Нифига себе. Видите, какой предприимчивый молодой человек. Даже с весами ходит. Ну, так, давайте взвесим. Затянул меня вон человек. Ага. Ну-ка, Арсений. Давай проверим, сколько ты наловил. После предыдущей рыбалки, походу, не подох. А, то есть батарейка, да, не работает? У меня же, когда я был последний раз в Астрахани, меня они крякнули. Угу. Ну, хорошо. Да. Очень приятно было с тобой познакомиться. Вот. Пойдем мы. Мы дойдем, да? Вот открыто там. Прямо у нас лифт. Хорошо. Проход бесплатный, то есть ничего такого. Может, что-то людям передашь? Я на Ютубе не очень. Ну, привет там, друзьям. Только одно. А? Если кто хочет заниматься спортивным спортом, в рыбалную усадьбу «Остров» в Москве, всех ждем. Это здесь? Москва. Рыбалка ты имеешь в виду? Да, платные спортсмены. А где это? Рыбалная усадьба «Остров». Вбивайте так в... А может помедленнее, это очень быстро? Да, есть привычка. Ну-ка. Короче, кто хочет реально хорошую рыбалку и трофейную,
приезжайте в остров рыболовной усадьбы. Рыболовная усадьба, да? Да, ага. Остров. Остров. Это усадьба около уже 10 лет. Ага. Ага. Там есть рыболовный клуб «Пионер». Угу. Кто хочет, вбивайте в форум, «Пионер», вступайте. Всем рады. Сказать, я один из них. Ну, спасибо, Арсений, тебе. Спасибо. Спасибо, Арсений. Ага. Все, мы пойдем, друзья. Вот, мы на обратном пути, думаю, еще увидимся. А как канал называется? Канал называется Жека. Чтобы проще найти, ты можешь вбить Жека, родительский дом. Это одни из моих первых видеороликов. Поскольку я пока не суперизвестный, ага, да и, можно сказать, неизвестный блогер. Канал около года. Но роликов там уже приличное количество, как бы. Есть даже интересные. Жека. Родительский дом. Да, есть. Есть. Там покажи-ка. Вот, друзья. А можно это? Что? Сейчас. Вот, друзья, мой канал. Ну не знаю, видно, нет, да? Ты подписался? Да, все. Спасибо, жди ролик. А? Жди ролик. Пятецкий здесь. Давай 5. А? Пятецкий здесь, да. Свежка. Семерка. Семерка? У меня та же. Я по айфону первый год. Друзья, ну вот мы уже подходим. Видите, да? Вот это вот уже у нас. А, тут идет поворот. Как в фильме есть поворот не туда, но я надеюсь, мы идем по верному пути. Да, Антон, как ты считаешь, по верному пути? Да. Вот, Антон считает то, что мы идем по верному пути, друзья. Я тоже так считаю. Вон просматривается монастырь. Мы уже совсем близко. Вот он, друзья. Совсем уже близко. Друзья, вот пока я шел по дороге, я увидел вот такой вот... Сначала я подумал, что это могила. Я, видите, перелез через перила ограждения от дороги. Сначала я подумал, что это могила. Но я так понимаю, что здесь захоронен какой-то святой. Это памятник. Давайте почитаем, что здесь написано. На месте 7. В год Рождества Христова, в 1361 году, собеседник и соапостник и ближайший ученик великого Сергия, преподобный Мефодий Пешнонский, обрел место молитвенного уединения и поставил свою келью. Друзья, извиняюсь, что так коряво читаю. Видимо, здесь молился... Машина проедет. Друзья, извиняюсь за то, что я так коряво читаю. Наверное, половина непонятна. Тут еще машины ездят, шумят. Я так понимаю, здесь место, где когда-то молился святой. Его, скажем так, тут может и дороги этой не было большой проезжей. И он вот на этом месте, он молился. Преподобный Сергий Мефодий Пешножский. Вот. Здесь он молился на этом месте, друзья. Думаю, вам всем интересно посмотреть. Такое вот распятие. Ну, оно явно недавно поставленное, но тут даже какие-то цветочки искусственные, но я как-то не смог мимо пройти. Для вас это не поснимать. Друзья, вот я мимо никак не смог пройти. Вон меня даже Антон опередил, убежал вперед. Такой вот дуб, друзья. Посмотрите, какой дуб. Видите, как падает свет. Солнце падает. Ну-ка, если я так. Такой эффект своеобразный. Видите, какой... тысячелетний, наверное, да, этот дуб здесь, на нем даже кота только не хватает, как у Пушкина в сказке. И на дубе том сидел кот, или как, друзья, поправьте меня, я уж точно не помню. Друзья, видите, как падает свет? Странно очень. Вот здесь вроде бы нормально, а вот здесь прям как такое свечение от дуба исходит.
Я почему-то не понимаю, я уже пробовал перенастраивать в настройках телефона, менять настройки, аппаратуру свою, но ничего не получается. Как думаешь, прям какое-то, да? Чудеса какие-то, да, у нас сегодня происходят по дороге в монастырь, друзья. Как вот я не пытаюсь, посмотрите, перенастроить в настройках камеры. Короче, установить настройки другие, я их устанавливаю, и все равно какое-то свечение исходит. Хотя вот, в принципе, другие деревья ничего подобного не... Ничего подобного, друзья, нет других деревьев. А вот здесь прям, видите, как какой-то свет такой прям, как с небес. Знаете, как в фильмах, когда ангел спускается вниз на землю, вот то же самое. С небес, да, вот меня Антон поправил. Ты там ангела не видишь, нет? Ну, друзья, пока ангела не видим, но видим, он вот-вот собирается спуститься вниз. Так вот, друзья. Интересно, что за здание? Вот это, да, Антон, мне тоже интересно, что это за здание? Чего это, друзья, за здание такое? Что это за здание? Более грамотно будет. Ну, явно не наш монастырь. Какой-то, наверное, больше пансионат. А, психбольница, наверное, да, мы слышали. Точно, друзья, я вот думал поснимать. Если это психбольница, то у меня были планы тоже что-то поснимать. Тех же психов, например. Хотя это не смешно, и людей этих жалко, но... Интересно, конечно, я никогда не был в психушке. Надеюсь, там не окажусь никогда, только по своей воле попаду. Вот, надеюсь, не по своей воле я там не окажусь. Поэтому пойдем мы дальше. Дальше, да. Друзья, смотрите, какое дерево, а вернее, какие грибы на этом дереве растут. Я мимо шел и хотел вам показать, то есть не смог я мимо пройти и вам, друзья, не показать вот эти вот кадры. То, что я вижу, вон пенек, кстати, вернее, корень дерева, пень, видимо, дереву кранты, а пень остался. Ну, его другое дерево, его начинает вот этот вот гриб, я так понимаю, поедать его кору. Вы пишите в комментариях, если вы более точно можете ответить на то, что это за гриб и почему он именно так вот на дереве паразитирует, друзья, как паразит. Друзья, вот мы уже подходим к монастырю. Видите, да, проглядывается монастырь. А вон едет какой-то трактор нам навстречу. Белорус. Белорус? Да. И велосипедист. Такой трактор. Трактор проехал. И вот он, наш монастырь. И рыбак, наверное, скорее всего, на велосипеде. Да, вон удочки торчат из сумки. Что ты говоришь? Удочки из сумки торчат. Ну да. Ну и наш, конечно, друзья, вон он. Из-за кустов. Мы почти пришли. Я уже совсем отчаялся. Видите, там длинная дорога и поворота, за ним ничего не видно. Но вот я случайно краем глаза увидел то, что мы почти пришли. Потому что я уже от жажды изнуряю. Ты хочешь пить? Да, очень даже. Ну, видите, человек хочет пить. И я, друзья, хочу пить, я уже не могу. Мне очень хочется пить.